правительства Гагаузии Неладимоглу. Мне очень импонирует своей энергичностью, своим желанием заявить о себе и участвовать с очень теплыми патриотическими чувствами в формировании новой политической элиты. Нина, пожалуйста. Спасибо большое, Юрий Иванович, за внимание. Как меня уже представили, я являюсь председателем молодежного правительства Гагаузии, сопредседателем молодежного правительства Республики Молдова. И я на сегодняшний день не случайно на этом мероприятии. За последние 3 года все мероприятия, которые проводились с молодежью, Юрий Иванович наверняка единственный из лидеров республиканского масштаба, который не просто никогда не посмел себе проигнорировать наши напутствия, наши мероприятия, но и всегда вселял в нас дух доверия, благодаря которому мы идем вперед, двигаемся и, сметая все на своем пути, реализуем свои благие цели и намерения. И превратился, стал за 3 года, наверное, из друга, стал каким-то символом, да, героем, можно так сказать. И я хочу вкратце просто сказать, что это открытие этого университета молодежь давно ждала, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. И спасибо большое за предоставленное слово. Спасибо огромное, Нина.